Верьте ребенку. Никогда не бросайте без внимания жалобы на головную боль. Добрый день! В сегодняшнем нашем общении я постараюсь осветить вам информацию о головных болях у детей. Я детский невролог, имею практику свыше 30 лет, и я постараюсь вам объяснить причины и возможности реабилитации деток с головными болями. Головные боли у деток возникают чаще всего по двум причинам. Первое – это нарушение кровотока на фоне нагрузок, или головные боли, связанные с ситуациями, как-то связанные с позицией во время сна. Особое внимание следует обратить родителям на жалобы в утреннее время, после просыпания, когда вы видите, что ваш ребенок не готов проснуться, не готов идти куда-то, как совершать какие-то действия. Он капризен, щурится. Это повод для того, чтобы осмотреть его специалисту. Это происходит часто из-за нарушения кровоснабжения при вынужденной позе во время сна. Детки, перенесшие определенные проблемы с шейным отделом во время родов, часто жалуются на головные боли. Именно в утреннее время. У каждого человека во время сна урежается количество сердечных сокращений, уменьшается артериальное давление, уменьшается венозный отток из полости черепа. Существует определенная дельта, в период которой мы ощущаем себя комфортно. Повышаются ли или уменьшаются эти параметры? При превышении определенных параметров, то есть повышение венозного внутричерепного давления, возникает головная боль. И часто мы видим, что эта головная боль служит причиной просыпания малыша, служит причиной его жалоб. Если еще сопутствует нарушение видения предметов, расплываются глазки или кружится головка, это прямое показание для осмотра специалиста. Вторая половина дня. Чаще всего жалобы на головную боль возникают при нагрузках. Это ранний школьный период или старшие классы. Гемодинамика, она сопровождает всю нашу жизнь, и при увеличении нагрузки во время решения тех или иных задач, при контрольных работах, часто не хватает парциального давления кислорода для того, чтобы обеспечить деятельность головного мозга. В этом ситуации головная боль – это всего лишь сигнал. Опять же, важно учитывать, какова острота зрения, нет ли жалоб на боли в глазах, нет ли жалоб на головокружение. Если есть сопутствующие жалобы на боли в шее, в плечах, онемение в руках, опять же, прошу посетить специалиста соответствующего профиля. Это может быть и офтальмолог, и в том числе обязательно осмотр невролога. Отличается ли чем-то лечение головных болей у деток и у взрослых? Незначительными параметрами. Во-первых, медикаментозная терапия только при крайней нужде. Чаще всего мы исследуем параметры сосудистого кровотока, и коррекция идет очень мягкая. За счет коррекции положения во время сна, положение во время сидения за партой. Иногда при исследованиях выявляются проблемы с шейным отделом позвоночника. Тогда мы используем специальные валики, подушки во время сна, которые позволяют улучшить гемодинамику, уменьшить головные боли. Иногда приходится поносить специальные воротнички. Но опять же, все это только после специализированных обследований. При правильной организации сна и отдыха ребенка, при правильной организации его режима обучения, иногда медикаментозная терапия нуждается только в периоды обострения. Чаще всего эти жалобы появляются весной и осенью. При благоприятном течении медикаментозной терапии ребенок не нуждается до нескольких лет. Уважаемые родители, вы, наверное, неоднократно сталкивались с жалобами своих детей на головную боль. Головная боль, как один из ведущих знаков, может сопровождать вирусную инфекцию, интоксикации, перегрев, переутомление, совершенно, казалось бы, различные ситуации в жизни ребенка. Верьте ребенку, не надо никогда считать, что он лжет. Если есть жалоба, обратитесь к врачу.
Дело в том, что ребенок, когда не желает по какому-то либо поводу совершать те или иные действия, как-то идти в школу, в садик, не избирают эту жалобу основной. Всегда что-то другое. Боль в животе, боль в ножках, головную боль они доминирующей не избирают. Поэтому этот повод прямого обращения к доктору. Я постарался осветить вам самые тревожные жалобы, самые тревожные знаки. Я не могу знать, что вас беспокоит на самом деле. Пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы!